Детские голоса теперь здесь не утихают ни на минуту. У малышей праздник. Для них открылась дверь в новый мир под названием «Детский сад». В одном из дошкольных учреждений Славянска на Кубани появились дополнительные группы для самых маленьких славянцев. Подробности смотрите в репортаже моих коллег. Праздник добрый у ребят. Все пришли как на парад. Открываем мы сегодня новый детский сад. В Славянске на Кубани прошло торжественное открытие корпуса детского сада номер 1 после проведенного капитального ремонта. В детсаду благоустроили территорию и реконструировали внутреннее помещение, где расположились две новые группы. Оценить проделанную работу, поздравить коллектив сада, малышей и их родителей с новосельем пришел глава района Роман Синеговский. В Славянском районе, выполняя поручение губернатора Александра Николаевича Ткачева, строятся детские сады, вводятся дополнительные группы. И вот сегодня мы с вами присутствуем на открытии двух групп. Это 40 дополнительных мест, которые благодаря нашим подрядчикам, благодаря моим заместителям, благодаря всем присутствующим, все-таки мы достроили, и сегодня мы их торжественно открываем. Успехов, процветания, нашим детям радости и всего самого-самого доброго. Маленькие артисты устроили гостям небольшой концерт, после чего Роман Синеговский и председатель совета Григорий Литовко вместе с будущими воспитанниками перерезали символическую красную ленту и совершили экскурсию по детскому саду. Уютные спальни, просторные игровые комнаты, новые умывальные комнаты и санузлы, медблок – все соответствует санитарным нормам и современным стандартам. На капитальный ремонт было выделено 14 миллионов рублей из краевого и районного бюджетов. Это событие с нетерпением ждали малыши, родители и воспитатели детского сада. Поэтому открытие стало настоящим праздником для всех. Я очень рада, что открылся у нас в городе новый детский сад, вообще новый. Мой ребенок идет в эту группу, первый раз в младшую группу. Очень счастлива. Администрация района в своей работе большое внимание уделяет увеличению численности мест в дошкольных образовательных учреждениях. Власти намерены продолжить работу по открытию дополнительных групп и в 2014 году. Надежда Неткачева, Михаил Воргулев, программа «События».